Я не вывожу. За татар. Привет! Сегодня концерт теплоэнергетического факультета. Девчонки с этого стема настолько горячие, что точно растопят твое сердце. Ну а мы покажем тебе все внутрики этого концерта, чтобы ты проникся атмосферой студенческой весны. Погнали смотреть! Будете первый раз выступать на сцене? Ну, у меня уже был опыт. У меня это будет первый раз. Сколько наград и какие ты получила за все эти годы? Ноль. Если бы не было студвесны, чем бы ты занималась? Ничем, легла бы и умерла. Чем сегодня будешь удивлять? Одинокая звезда. Ты какой курс? Первый. Что такое ГЗК? Не знаю. ЗТМ. Что за набор букв? А у кого сегодня день рождения? Сатонина. Поговаривают, у вас сегодня день рождения. А, это правда. С днем рождения, красотулька. Возлагаете ли большие надежды на этот концерт? В каждый год возлагаю надежды. Да и вообще любая студвесна праздник. Мы сегодня вас увидим на сцене? Нет, я уход на пенсии. Чем вам нравится студвесна? Это молодость, энергия, заряд позитива. Вот мы тебя и догнали. Что в пакете? Не спрашивай. Это кальян? Нет. Вы будете сегодня смотреть концерт с тема ТЭФ? Нет, не буду. Тематика вашего концерта какая? Французская революция. Я играю Руслана Фатхуллина, который выбирает между братом и светлым будущим своей страны. Почему так много татаров? Ну, это и креативная идея психа. Во время революции они реально участвовали. Я всегда за татар. Да. Привет. Да. Насколько успешен этот концерт? Процентном соотношении. 10%, мы ничего себе не накручиваем. Приходилось кричать? Нет, я никогда в жизни не кричал. Привет, Саш, привет. Что тебе больше всего понравилось? То, когда у ребят выключилось антре, они продолжили фигачить. Это было самое крутое антре, которое я видел сегодня. Вот и прогремел концерт с ТМТФ. На сцене они показали настоящую революцию. Эссенция БЛГС. До скорых встреч.